Всем привет! Меня зовут Вика, и ты смотришь новое шоу «Мисс Петербург 2018». В этом выпуске я хотела бы рассказать топ-5 фактов о себе. О, факты! Итак, начнем с первого факта. Это вождение. Много изменений произошло вокруг меня. Это приносит удобство в мою повседневную жизнь и повышает эффективность. Жизнь стала быстрее и успеваемость повышается в разы. И пусть я не владею всеми навыками вождения, но даже то, что я умею, мне приносит уйму удовольствия. Хоккей меня заинтересовал очень давно, и именно этот спорт затягивает больше всего. Ведь хоккей — это скорость, это эмоции, это гордость, это волнение за любимую команду. Кто смотрел, меня точно поймет. Моя самая любимая команда — это Ярославский Локомотив. Но об этом можно говорить вечно, и поэтому пойдем дальше. В детстве все дети мечтали о различных профессиях, но у меня была всего одна мечта — стать полицейским. И вот эта мечта потихоньку воплощается в реальность. На данный момент я учусь в Институте экономики и права на направлении юриспруденция. После учебы очень хочу стать следователем. Это моя мечта. И да, у меня очень странные мечты. Любой человек помимо работы любит отдыхать. Я уж точно не попадаю в исключение. Отдыхаю я обычно на даче с семьей. Там покой и чувствуется свобода от всех дел, что накапливаются за время трудовых будней. Дома всегда найдется поддержка и опора близких, которой всегда так не хватает. И самым главным из этой пятерки я считаю этот факт. Ведь танцы — это моя жизнь. Все мое. Это моя жизнь. Итак, восточные танцы. В 2008 году мама привела меня на восточные танцы. И я сразу поняла, что именно в танцах есть некий адреналин, которого так не хватает. Это концерты, соревнования, это награды, это победы и поражения. Это просто не описать словами. Это можно описать только движениями танца. И вот такие 5 фактов получились обо мне. Ставим лайки. Всем пока!